Виталий, с каким настроением лично ты и вся команда подходит вот к старту чемпионата? С боевым настроением. Знаем, что хорошо подготовились к чемпионату, прошли сборы. Поэтому уверены, что все будет хорошо, будут победы. Вот специалисты и болельщики отмечают, что по итогам вот прошедшего чемпионата ты как бы вырос в профессиональном плане. А как сам считаешь, вот ты увереннее себя чувствуешь сейчас на поле? Конечно, чувствую себя увереннее, так как стал больше получать игровой практики, больше играл в основном составе. Думаю, если так же буду продолжать, то буду дальше расти. В прошлом сезоне ты часто во время матчей бил по воротам издали. Вот скажи, это была установка тренера или это была инициатива в каждом в конкретном случае? Ну, это и установка тренера, и своя инициатива. Я играю на позиции опорного полузащитника, не всегда получается выходить один на один, как нападающий. Поэтому у меня больше стоит задача – это удары издали и за штрафной. Вот вопрос такой. Впереди матч с Океаном, о котором сейчас ни вы, ни мы ничего не знаем. Это как-то влияет на подготовку к стартовой игре? Немного влияет. Готовимся мы так же, но знаем, что они приедут без сборов, будут больше заряжены. Будем настраиваться на них, стараться выиграть. Все, спасибо большое и удачи. Спасибо.